Всем привет! Как я и говорила, шоу «Замуж за Бузову» второй сезон будет. Уже начались съемки. А показ этого шоу намечен на конец лета. Молодец Ольга, пересилила себя и снова в бой. Может, мужа не найдет, так денег заработает, шоу рейтинговое. Вот, что пишут в интернете о шоу. Съемки шоу «Замуж за Бузову» второй сезон начались в Таиланде. Еще был вариант, что в Португалии, но Таиланд правдоподобней, там красиво и дешево, по сравнению с Европой. Кто будет и не будет участвовать? Несмотря на то, что зрители хотят его видеть там, не будет участвовать Валентин Коробков. Он сказал, что на одном месте вертел кастинг на шоу к Бузовой. Ну, Валентину можно понять, Ольга его отшила, а Валентин мужик, не будет за бабой долго бегать, уговаривать. Да, и Оле он не нужен, уж давайте смотреть правде в глаза. Одним из претендентов на сердце телезвезды мог бы стать Андрей Миронов. Канал ТНТ подтвердил Стархиту, что анкета Миронова уже принята на рассмотрение, а сам 24-летний парень поделился новостью в микроблоге. Но позже Миронов написал, что он не дурак, чтобы менять подготовку к хоккейному сезону на Бузову. Заявку подал, так как проспорил друзьям. Похоже, придут опять Кольги, Шуты, Гороховые, вместо нормальных мужчин. Из последних новостей, на «Замуж за Бузову 2» мужа себе будет искать не только Ольга, но и Тимур Батрутдинов будет искать себе жену. А если не тот, ни другой никого не найдут, то будут строить любовь друг с другом. Это, конечно, интересно, но пахнет шоу ради шоу, а не ради любви. На этом все. Если вам интересно, то подписывайтесь. Планирую сделать видео с более подробной информацией. До скорого!